И когда попали в плен? 11 сентября, на день танкиста. 11 сентября. Обстоятельства? Я остался один. Ну, либо меня бросили, либо я опоздал на свою колонну. Как бы 1,5 суток один остался в окружении врага. У меня был боевой устав. По уставу нашел графу «Уход по одному», в составе одного выстрелил ракетницу сигнальную в сторону отхода, выдвинулся, попал под плотный огонь противника с гранатометов, с пулеметов, там, ну, со всех стрелковых оружий. Выехал, проехал 9 километров даже от врага. На танке. БРЭМ. БРЭМ. Да. А плен когда взяли? 2 октября 2022 года. А какое направление? Получается, Харьковское направление. Населенный пункт. Боровая рядом. Угу. А обстоятельства? Обстоятельства. Командование бросил. В смысле? Ну, стоял на посту, никто не менял. Шел, никого нет. И? И пошел отходить сам один. И уже попал в плен. То есть уже было кольцо. И я уже не вышел из этого кольца. В котел попали, да? Да, один.